Вечером в офис зашел мужчина, угрожая сотруднице фирмы. Предметом, похожим на нож, злоумышленник похитил из кассы 20 тысяч рублей, после чего скрылся. Позже в отдел полиции поступило еще одно сообщение о разбойном нападении. Неизвестный мужчина, также угрожая сотруднице фирмы, предметом, похожим на нож, похитил около 40 тысяч рублей и скрылся. В этом случае он действовал соучастником, который находился на улице у входа. В городе было создано 6 поисковых групп. Все посты и наряды полиции были ориентированы на задержание подозреваемых. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в центре города были задержаны ранее судимый 60-летний уроженец Абхазии и 25-летний житель Кемеровской области. В настоящее время задержанные помещены в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса России «Разбой». Санкции данной статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие, устанавливается причастность к задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории города Сочи.